Всем привет, мы Бушопи Сквот. Сейчас познакомим вас с новой коллекцией бренда Итнис. Итнис Шус, Итнис Скейтбординг. Это коллекция осень-зима 19-20. И начнем с обуви. Вот такая вот моделька Марана. Одна из самых популярных моделей в линейке Итнис. Самая продаваемая. Эта модель хорошо подойдет для любого катания. Прыгаешь ли ты со ступенек, катаешься ты по перилам или по граням, универсальные кеды. Ранее была расцветка, ну и вообще не то, что расцветка, это сам силуэт был разработан Райаном Шеклером. Вот, поэтому, кто знает такого райдера, как Райан Шеклер, я думаю, его выбор вам понравится. Эти кеды выполнены из замши, у них защищенный мысок для кикфлипов, для разнообразных кручений доски. Также у них капсольная подошва, и заметим, что она сколлаборирована с брендом Michelin. Ну, я думаю, этот бренд не нуждается в представлении. Это бренд Michelin, который делает покрышки для автомобилей. И, как мы видим, сама подошва кеда, сам протектор, он выполнен с рисунком, как у автомобильных покрышек. Вот. Эта технология позволит вашим кедам дольше не протираться и очень хорошо держать сцепление с доской. Вот. Капсульная подошва, она нигде не расклеится. Вот. Также она по всему периметру прошита, очень плотные кеды. Как мы видим по бокам, вот здесь очень мягкие вставки, ваши ноги не будут отбиваться. И также есть полиуретановая стелечка, вот, для большего комфорта, для хорошей ароматизации. Отличные кеды для любого катания. Вторая моделька из линейки, это новая моделька, называется она Vir. Вот такая вот, вот такой вот силуэт с капсульной подошвой, также на протекторе Michelin. Гамсол подошва, которая, как мы знаем, немножко по-другому работает с доской, с наждаком, немножко другое сцепление. Также у кед выполнен классический мысок, он прошит. Под замшей на мыске есть защитный слой такого тоненького полиуретана, который после стирания замши будет дольше служить при кикфлипах, при олле. Вот. Классический силуэт, очень мягкий мысок. Также полиуретановая стелька, как на всех кедах. Клевые, массивные, хорошие кеды, которые долго будут служить и подойдут для разного экстремального вида спорта. Как мы знаем, что за эти не скатаются не только на скейте, ребята, но и на BMX. И я думаю, для BMX они тоже хорошо подойдут. Мои кинты BMX'еры катаются в Итнис и говорят, что это клево, это удобно, мягко. Вот, так что для всех вообще подойдут эти кеды. Вот. Есть другая расцветочка модели Vir. Вот такая вот расцветочка в сине-белом силуэте. Также на протекторе Michelin. Эта расцветка является именной райдера Итнис Трента Макланга. Вот такая вот у него цветная стелечка. Я думаю, все знают про... Кто в теме, все знают про клан Макклангов. Это огромное количество братьев-скейтеров. Они там практически близнецы. Очень жестко катаются. В основном это технари. Они катаются очень хорошо по перилам, по флутовым, по разным гэпам прыгают. Делают разные разнообразные технически сложные трюки. Ну и, конечно, грани. Разнообразные выкрутаться на гранях. Поэтому кеды тоже универсальные, подойдут для любого стиля катания. Ну, может быть, они немного массивный для радиусов, но кто любит кеды побольше, я думаю, это ваш выбор. Очень клевые кеды, плотные, хорошо защищают вашу ногу от доски, от ударов в мысок, в боковину. Также хорошая фиксация пятки. Клевые кеды, отличный выбор для разного стиля катания. И вот такая вот моделька. Также из новой коллекции Итнис для любителей Old School. Это переиздание модельки Lockout. Такая вот интересная массивная модель с довольно мягким мыском.
очень плотная подошва, тут немного другой протектор, классический, который Итнис раньше использовали в своих кедах, еще в 2000-х. Вот тут написано Итнис Non-Slip Grip, как бы твои кеды не будут скользить по наждаку. Вот, так что эти кеды очень хорошо цепляют скейт, они прошиты они два раза по всему периметру и в мыске. Вот, и также тут выполнен такой интересный орнамент из замши, немножко другой, не по мыску, а еще зацепляется на шнурки. Вот, это также сохранит ваши кеды, потому что тут не только один слой замши, а как бы три дополнительных слоя замши. Вот такой вот интересный силуэт. Клевые кеды также подойдут для любого стиля катания. Я думаю, флип-трюки и разнообразные скольжения по граням. Отличный выбор. Всем советую. Old school. Ну и также в линейке Итнис из новой коллекции «Осень» еще огромное разнообразное количество одежды. Это вот такие флисовые кофты. Они идут как анораки на застежке. Очень теплые, но при этом они имеют технологию переработки воздуха, и вам не будет жарко в холодный день, и вы не будете в ней сильно потеть и заболевать. Вот. Также есть брюки, такие черные классические брюки с очень приятным ценником. Это вы сами посмотрите на сайте или в розничных магазинах. Такой вот классический силуэт брюк, прямые брюки. Ну и также не зря же я здесь стою в куртке в магазине. Вот. Вот такие есть курточки, Итнис, легкие, непромокаемые курточки. Они убираются сами в себя. Тут есть чехольчик Итнис. Вот такой вот клевый. Он тоже как бы отстегивается. Очень легкая куртка, и в принципе она хорошо подойдет для катания в минус. Там на небольшую. Вот, например, вот на такую флисовую кофту, если найти вы эту куртку, можете кататься даже зимой. Вот. Также в ассортименте есть теплые зимние куртки, дождевики, двухсторонние куртки, огромное количество разнообразной одежды из новой коллекции Итнис. Вы можете посмотреть на сайте или придя в розничные магазины города Москвы или других городов России. И мы разыграем одну из любых пар новой коллекции Итнис Скейтбординг, потому что мы не так часто видим ребят, катающихся в этом бренде, хотя он коровый, эти кеды сделаны только для скейтбординга, а скейтерам к скейтерам. Ну и всего лишь для того, чтобы выиграть любую пару кед из новой коллекции Итнис Скейтбординг, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк, указать ссылкой свою страницу ВКонтакте в комментариях к этому видео и сделать репост записи из группы ВКонтакте также с этим видео. И тогда вы получите любую пар кед Итнис Скейтбординг из новой коллекции и будете чувствовать себя настоящим скейтбордистом, потому что эти кеды сделаны скейтерами для скейтеров. И вот, с вами был Бушоп Сквот. Одевайтесь тепло и носите коровые бренды обуви. Закупайте их в сквоте. Всем спасибо, с вами был Бушоп Сквот. Пока.